Это Outlet Cottage. И нашла я в нем палетто. Палетто здесь, ну, вообще копейки стоит. Причем палетто очень дорогой бренд, он в Москве вообще стоит как обувь в рандеву. Палетто очень крутой бренд, мне очень нравится. Единственное, что там перестал устраивать то, что там все только из кожи. Это 36 размеры. Знаю, что тут осталось. На самом деле огромный аутлет, много магазинов. 627. Вот. 627. Хотич. Я вообще хотела такие шлепки на каблуке. Но там у меня похожие были. Хотичи. Я носила их года 3, наверное. Я со слезами просто с ними расставалась, потому что они совсем уже просто сдохли. Совсем. Ну, не знаю, вот типа такого хочу, только на каблуке. Ну, вот. Якобы. С такими шлепками я не хочу. Не знаю, мне 36 или 37 здесь. О, вот типа такого. Овар. Вот такие же точно у меня были, только из кожи. Блондом. Там-бум-бум. Так. Блин, не знаю. 179 лир. О, не донатиора. А, надо кого-нибудь позвать. Ну вот, например, что еще есть? 129 лир. И это... Я-я. Это все кожзам 129 лир, но я-я это хотический бренд. Я в том году шопинг в Измире вообще не задался, я психалась, открывалась, была очень недовольна. Мараба. Мараба. Бура си, а сиет, йок, си дили, а дири варме. Кашу мара? Отуз иди. Отуз иди, бакалам, дири де. Отуз аута, отуз иди. Попросил такие же, только не замшу, а кожу. Смотри. Наверное, кончу, если я куплю такие же туфли себе. Лир кожаные и каблук блейд под косадеи, типа у вас косадеи. Хочешь считать, очень хороший бренд, очень хороший, и будете в нем ходить, пока он вообще окончательно не отомрет, грубо говоря, на ваших ногах. Там Чанта, а Тони Белуччи, да, у них есть такой Чанта бренд. А... Надери. Куда дери? А. Ну не знаю. Короче, нету. Такой есть Терлик. Терлик. Эти мягкие. Ну что такие? А 279 лир. А вот такие 249. Я, конечно, вообще очень хочу вот такие. Бумадель Бен де Бари. Амадери. Истанбул Далдем. И Киши Варкуландем. Незаман Бумадель Бити. Чукаладом. Чункичок Савиором Бурасы.
Карта geçiyorsunuz? Evet, geçiyorum. Aa, İş Bankası'da var. Var. Aha, tamam, çok iyi. Я думаю, может мне просто взять две пары себе. Ну да. Еще сделать профилактику. Вот. А это... Кому интересно, мои шлепки. Ну, поэтому тоже такие вязаные из этого, из фло. Burası hangisi beden? Nasıl? Beden hangisi? Bu 37 ama o biraz dar kalıp. Onu ben biraz esnetirsem daha da rahat girer ayağınıza. Ama zaten ayağınızı da esneyince de rahat rahat olur. Yine onda da çok rahat edersiniz bu arada. Burası aynı 37 burası. Evet. Tek ürün değil mi? Ну, я всё-таки хочу эти тапки. Я беру.